Дом по улице Ярослава Ивашкевича, 3. Панельный девятиэтажный дом 1978 года постройки. Входы в парадное явно ремонтировались давно, хотя домофоны установлены. Парковки здесь также нет. А вот детская площадка вполне современная и просторная. Есть у дома магазинчик и несколько небольших заведений сферы услуг. Неподалеку современный торговый центр. Состояние в целом удовлетворительное.